разрешения и приехали в Россию, в Петербург, на встречу, которая стала. Есть такая возможность встретиться, значит, этим нужно воспользоваться. За прошедшие годы, десятилетия многое и кардинальное поменялось. Но вместе в государстве и в сфере экономики должен сказать, что нам возможность проходить и тяжелое время пандемии конкретно, глубоко, в ежедневии, что, по мнению специалистов, наших с вами специалистов, нужно сделать совместно для того, чтобы... Просто это стал живой вирус, таким образом показав, что также можно обойтись и с вируса санитарных правил. 4 меморандума о взаимопонимании в области биологической безопасности. Страны Содружества совместно формируют системы предупреждения и реагирования на чрезвычайные страны, несмотря на ежегодную регистрируемую чуму в странах, близких к нашим границам. В Монголии это было 8 случаев. Развитие ситуации и планировать противоэпидемические меры. Значимые итоги, полученные в Беларуси. Мы приближаемся к 56%. 56? Да, к 50%. По-моему, болела, да. Переболела? По-моему, да, честно говоря, не помню. Надо было у нее спросить, секрета нет никакого.